Дальневосточный региональный поисково-спасательный центр МЧС России отметил свое 25-летие. Его сотрудники помогают людям, чья жизнь оказывается под угрозой. Отряд регулярно проводит успешные операции как в нашей стране, так и за ее пределами. Лучших спасателей по случаю праздника отметили наградами. Екатерина Груздева подробнее. Это улыбчивая девочка Соня Бородина. Ее знают многие спасатели отряда. Именно Соню, тогда еще двухлетнюю малышку, в октябре 2015 года вызволили из-под обломков дома в поселке Корфовском. Обрушение одного из подъездов произошло в результате взрыва бытового газа. Сотрудники МЧС вручную разбирали фрагменты здания в надежде спасти выживших. После 6 часов поисков Василий Жук увидел детскую ножку. Сейчас Соня Бородина вновь на руках у своего спасителя. С интересом рассматривает очередную награду. Счастливых историй за годы работы отряда – тысячи. Его специалисты участвовали во многих спасательных операциях. В их числе ликвидация последствий масштабного наводнения в 2013 году, паводков в Приморье, землетрясений и цунами в Японии и многих других бедствий. Лучших отметили государственными и ведомственными наградами. За 25 лет произошла эволюция в развитии подготовки спасателей. Были установлены новые технологии. Отряд оснащен передовыми образцами техники для водолазных работ, для пиротехнических работ. Кинологическая служба мощная создана. Сегодня наш отряд способен выполнять любые поисково-спасательные работы. Обмундирование, разработанное по последним технологиям, водолазное снаряжение. Все передовое оборудование отряда, благодаря которому удается отвести угрозу от людей, попавших в беду. Сотрудники показали на специальной выставке. Екатерина Груздева, Сергей Шульга, Вести, Хабаровск.